Hey, yo, guys, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названию Dark Souls Remastered. Можно считать даже, что это у нас с вами последняя серия выходит. Поэтому давайте мы с вами сейчас что сделаем. Сначала я сбегаю в одно место. Переместиться. Старое довольно место, да? Знакомое. В Анарлонду. А я все-таки пойду грохну того босса секретного. Насчет босса из DLC Дракона. По идее, мне нужно поговорить с каким-то кузнецом. А вот этот кузнец должен, получается, как бы того дракона вынести. Ну, в каком смысле слово вынести? Так, подождите, у меня же, по идее, кольцо не то, да, стоит? Да, у меня кольцо лавы стоит. Кольцо белого духа. Давайте повышение защиты. Так. Сейчас бы я прыгнул вниз. Не, мне сет нравится. Этот сет довольно самый хороший. Чем? Он легкий. Он довольно легкий. По колечку я... Пипец, у меня три жертвенных кольца. Мне нужно вот эти, получается, еще смотреть. Блин, ну я не знаю, по сути там я должен попасть на next локацию, так как у меня есть кольцо. Поэтому я не думаю, что у меня какие-то проблемы будут с этим. На с боссом. Так, мне нужно сначала спуститься вниз. Все для дальнейшего. Мне нужно спуститься вниз, там, где был у нас могилы. Вот сюда. А, ну уже сразу открылось, ребят. То есть, когда я кольцо одел, видите, все, пропал. А хотя нет, походу, когда мы ее убили. Так, отдохнем. И пойдем. Ладно, давайте тогда. А ну-ка, если я одену еще кувырков? Мне кажется, это одно и то же, что типа с либо без. А если я. Так, подожди, а дракон спящий, то что владеть? А, шумы не производит. Ну, я типа защиты поставлю. Ну да, типа одинаково. Прыгаем. Ладно, полетели. Я хотел еще одну вещь посмотреть. Насчет щитов. Да, физические вот защита. Вот, что я хотел узнать, я типа не знал, что это цифры значат. Хотя мы уже прошли, считайте, Dark Souls. Защиту физическую. Так, 30% только, да? Ой. Ладно. Травяной щит. Да, в смысле выбросить, алло. Не поставить нужно. Так, сколько ты даешь? 95 защиты, значит 5% он пропускает. А, урон, защита магии 42. 30. Вот этот очень хороший защита от магии, но он из-за того, что очень тяжелый, мне с ним даже не будет удобно прыгать. Это ковенант, но он мне как бы не открыт из-за того, что я уже убил босса. Ну, типа не босса, а девчулю ту. Еретик. Сначала надругался над богиней-матерью. Теперь кочуешься на склепе великого повелителя. Я Гвеналин, темное солнце. Гвеналин. Да постигнет тебя кара за твои... прегрешение. Сейчас минуточку внимания. Это Гвендолин. На самом деле это парень. Ой. Ой, чё-то меня ударили.
Да. Вот зараза. Вот минус босса то, что он постоянно будет убегать. Ой. Ладно. Успел ударить. Если чё, босс у нас не бесконечный. Ну, то есть не босс, а этот. Место к боссу. О! Успел ударить. Тихо. Изи. О, поглощенная мраком душа еретика. Западет на тебя вечное проклятие. Готово. Я не помню, есть там что-то в конце. По идее, нету. Или есть? Сейчас узнаем. И ну это большая могила. Чудо, клинок света. И все. Ну, считайте, ладно, мы потеряли с вами фляху, хотя у нас сейчас будет плюс левел ап. Но все равно пока что бежим. Использовать, да. Так, у нас с вами 60к. Ну, в принципе, все. Этот босс у нас убит. Именно все такие секретные их мы поубивали. Новый уровень. Чё, а почему я вынослив скачивал? А, до соточки, да? Ну, смотрите, мы закончили с вами на 94 уровне, считайте игру. Теперь перенестись. Ла-ла-ла-ла. Промахнем. Да. И погнали, короче, убивать глав босса. Но, ребята, глав босс у нас будет довольно легкий. По причине того, что его можно парировать. Вот это самое вот интересное. Бля, ай, ладно, похуй. Или нет? Или да? Или нет? Ладно, да. Все, отправляемся с вами тогда. Текс. Отдохнуть. И помчали. Через этот портал у нас проходит, получается, нежить. Ну, как, типа, это междумирие, так можно сказать. Потому что здесь проходят духи. Вон, видите? Духи рыцарей. Призраки. И вот это, ребят, ласт локация. Горнило первого пламени. Ох, черт. Ну, по сути-то, о... Парниша стоит. Ждет уже меня. Блин, я не знаю, может поставить. Или поставить. Давайте, наверное, 100% защиты поставлю. Бам! Он шочит тебе? Нет, прикиньте, я их не ваншочу. Ну ладно. Ну и из него зато всегда выпадают обломки.
походу, там место довольно пустое, да? Да, но здесь был взрыв мощный, потому что по следам вот этих типа... Видите, вот этих огненных? Что оно все же замерло. Давайте... А-а-а. Значит, колющие атаки я... Не так могу... Отбивать, да? Ладно. Уговорил. Изи. Ну, типа, 100% все равно защита есть. Но у него, походу, двойной этот меч. Ну, двуручный. И поэтому он столько мне нанес. Ну, типа, удар сверху, я имею в виду. Так, теперь немного такая идет у нас местность. Вся разрушенная, вся сломатая. Да. Да. Бэкстеп. По идее, должен убить. Нет, ни хера себе. Уху-ху-ху. Вот это... Когда мы камеру цепляем, вот что шанс того, что и мы можем упасть. Так, шлем черного рыцаря, доспехи, бла-бла-бла. Знаете, что я только забыл читать? Это души. Потому что души можно тоже прочесть. Шлем. Они преследовали повелителя Гвина, решившего привести в мир огонь. Однако новое пламя сожгло их дотла. И теперь они бродят по миру бесплотными духами. И так на всех, короче, вещах. Ну, честно говоря, локация маленькая. Потому что она просто нас ведет к главному боссу. Ну, все. По сути... Вон стена. И мы идем в стену. Ну это последний, кто остался у нас. Из рыцарей. Он решил нас покинуть таким, так сказать, быстрым способом. Так, сейчас это тоже нас покинет не так быстро. Ах, бедные рыцари. Глупые, бедные рыцари. А если бы из него алебарда выпала? Если вправду. Ладно, не суть. Давайте выпьем напоследок. И пойдем. Интересно, серьезно, сколько у меня будет... Вот здесь хорошая там музыка. Да уж. Ну. Такое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Тихо!
здесь я пожадничал. То, что я хотел сделать ему апперкот и вылечиться. Пока он будет подниматься. Бля, ладно. Нелегко. Окей. Но видите, он даже не дает мне, как по сути, к себе подойти. Поэтому, блин, он мощный. Он довольно мощный. Но, как видите, у него даже эффекта огня на меня не наложится. А рыцари, они постоянно будут появляться, потому что... Поэтому, я не знаю, есть смысл с ними драться, либо просто пробежать лучше локацию. Ладно. Бэкстеп, ты умираешь. Ну, видите, вот из него... О, черный меч выпал. Ничего себе. Из них всегда будут выпадать вещи, поэтому... Такое себе. Ладно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Больно, больно, больно мне. Больно, больно мне. Больно, больно. А слушайте, а если я... Ну так, скорее всего, он не будет работать, да? Да, не будет. Да, все-таки вещи падают. Нормально падают. Так, сейчас с этого рыцаря, да? Нужно как-то... Блин, желательно бы, чтобы он сам упал. Потому что с ними драться не хочу. Ладно, пока. Пока-пока, приятель. Пока-пока-пока. Сейчас с этих двух дурней по-быстрому убьем, выпьем флягу и пойдем. Так, здесь становимся. Ля! А ты что, довольно умный? Я сказал, а ну вниз! Ля какой! Он у себя здесь к уголку. Ля какой! И он тоже. Вы умные все, я вижу. Давай вниз. Полетел. Ладно. Альбарда? Обломок. Я думал альбарда. Ну смотрите, за них, в принципе, можно вот по 10 тысяч получать. Типа это довольно... Блин, а вот теперь проблемы с без... с этим... без кэпами, без кэпа. По скапе. Давай, поехали. Нам. Воу! Жадность, жадность. Что это за дерьмо было? Ладно. Здесь пронесло. Хер. Вау! Это что был за оборот на 360?
Ладно, нормально. Да сука! Ты что творишь? Ты чё, гей? Отхилюсь на всякий случай. Пипец он дурачок, я вам говорю. Ладно, иди сюда. Пиздец. Животное. Да, животное. Животное. Все, отстань. Все. С тобой покончено. Джи. Ух, ребятки. Душа Гвина. Победа. Так, давайте я единственную чью душу прочту, это его. Ну, еще душу хранительницы огня читал, да? Душа Гвина содержит невероятную силу. Душа Гвина, повелителя света и пепла, который связался с первым пламенем. Повелитель Гвина защищал. Так, повелитель Гвин защищал большую часть силы. Так. Блять! Сейчас. Повелитель Гвин завещал большую часть силы богам и сгорел дотла ради первого пламени. Однако его душа все равно насыщала мощной энергией. Насыщенно. Ну, в принципе, как вы видите, у нас, ребята, две концовки есть сейчас. Первое, если мы уйдем отсюда, мы, типа, станем злодеями. И вторая есть концовка, это если мы подожжем. Ну, я думаю, давайте принесем первый огонь, так сказать, и закончим. Да, в этой концовке мы жертвуем собой. А, да, я сразу после данной игры буду проходить вторую часть Dark Souls. Не знаю, она по сути сложнее, чем первая. Почему? Потому что там прочность есть и на кольцах. А, оружие больше, быстрее изнашивается, очень быстро изнашивается. Поэтому за этим нужно следить всем. Да, все, ребята. Dark Souls Remastered. И титры пошли. Ну, я думаю, давайте тогда я на этом заканчиваю, да. Травяной щит, старый металлический щит. Хороший предмет, на самом деле. Вот два щита, с которыми можно просто пройти всю игру. А здесь у нас, получается, идет New Game Plus. У нас с вами все остается то же самое, что и у нас и было. Поэтому как-то так. Понятное дело, что эти все быстро типа умирают. Ну, что если оценивать игру, да? В принципе, я считаю... Вот я впервые игру прошел полностью. Потому что у меня раньше пригорала просто жопа с нее. Довольно интересный сюжет. Лор нужно самому изучать. А левел прокачать я не могу, жаль. Если брать в расчет именно сложность, игра, да, довольно сложная, она наказывает. Давайте его попробуем сразу убить. А ну-ка, может, убьем?
черт, а! Ой. Ну да, это он меня наказал. Это он меня наказывает. А что еще немного тут поменялось у нас? Так, в смысле ты меня достал, алло, приятель? А, все, поехали. Манать. Ну ты и животное. Все, изи. Босс убит. А, здесь нету осколков и все такого дальше сюжету. Блин, я не знаю, но в принципе игра, я считаю, классная своей сложностью. Первое это челлендж, прокачки, много всего, много боссов. На каждого босса есть свои те или иные тактики. И все в таком духе. Поэтому, ребята, я типа... Не знаю, минусов я не нахожу на самом деле в игре, а только плюсы. Типа, все отлично, все как надо. Есть много видов брони, есть много видов оружия, и много классов. Можно играть, как я, допустим, за мечника, можно играть только за мага. За ловкача просто какого-то, либо. И все в таком духе. Музыка, атмосфера, все это тоже как бы прикольно. Да, есть немного проблемы с балансом врагов, но это не такая уж важная вещь, я думаю. Наш меч это им не хухры-мухры, так сказать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Да, это игра 9,5, ладно, 9,5, так сказать. Из 10, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, до новых прохождений и до второй части Dark Souls. Всем пока.